Это я во всем виновата. Я заклинание во сне увидела. Знак хранителя. За несанкционированную активацию волшебного артефакта ответственному за сохранность древа знаний профессору Катуба Юну запретить волшебную деятельность. Мишка, мы с тобой все исправим. Вот найдем этого хранителя и все ему расскажем. Зачем же так хлопать дверью? Не шуми, пожалуйста. И без тебя бессонница одолевает. Ой, извините, вы не знаете, где найти хранителя? Если тебе нужен хранитель, то лучше иди домой. Не добраться тебе до хранителя. Он живет в лабиринте. И там очень страшно. Спасибо. Ну смотри, я тебя предупредил. Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал.